ты каждый раз ты прозыпал. Раз, да? Один, два, три. Отлично. Ну, да, что-то просто ты прозыпался, ты меня один раз попросил. Так. Всем здравствуйте. Вчерашнего выступления. Собственно, наш проект называется СОВ ППО. Специальный отряд военной подготовки и пожарной организации. Подробнее о сути проекта мы сейчас, собственно, и расскажем. Ребят, давайте так, чтобы не было эксцессов, вопросы в конце. То есть по ходу не перебивайте, вопросов, скорее всего, будет много, потому что много, наверное, будет непонятного и нового. Давайте вопросы в конце. Спасибо. Так, цели нашей организации. Прежде всего, это патриотическое воспитание студентов БГТУ и участников нашей команды. Военная подготовка. Это начальная военная подготовка, то есть подтянуть уровень всех участников. И расширенная военная подготовка, это на уровне уже даже военной. Совместные выезды с МЧС и Министерством обороны. Когда мы официально зарегистрируем наш проект, нашу команду, МЧС и Министерство обороны будет выгодно брать нас на полевые выезды и учения. Они будут в этом сами заинтересованы, они будут нам давать казармы, место для учений, питание и полностью обеспечивать нас. Агитационная работа. В наши выезды смогут ездить не только студенты БГТУ. Мы будем привлекать школьников и тем самым будем подталкивать их на поступление в военмех. Еще будут проводиться лекции по оказанию первой медицинской помощи, что в наше время очень важно. Потому что бывает множество ситуаций, когда человеку нужно оказать помощь, но вокруг реально никто не знает, как это сделать. Мы создадим команду для участия в пожарном спорте. Пожарно-прикладном спорте, да. То есть это будет команда, которая будет участвовать в соревнованиях по тушению пожаров. Будем также выезжать на всякие выезды. Плюс ко всему мы будем участвовать в спасательно-поисковых операциях. МЧС будут брать нашу команду с собой на поиски людей. В принципе, все. Я, пожалуй, расскажу про задачи. Рассказывайте. Вы так просто стоите с микрофоном, как будто хотите что-то сказать. Я думал, что вы уже как бы поставили на том точку, можно высказываться. Нет. То были цели, это будут задачи. Собственно, задачи нашего проекта. Задача нашего проекта, на самом деле, будет входить довольно-таки много всего интересного. Первое, то, что хочется, наверное, отметить, это проведение, собственно, учений, проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту, проведение стрельб, военно-полевых выездов, причем довольно-таки часто. Военные полевые выезды будут проводиться в сотрудничестве с Министерством обороны Российской Федерации. Соревнования по пожарно-прикладному спорту, собственно, там будет помогать МЧС. Плюсы в этом, конечно же, есть, и о них мы скажем попозже. Также в задачи нашего проекта мы, наверное, должны включить участие в тушении пожаров. Допустим, несколько лет назад при крупных пожарах вызывали добровольческие пожарные организации, которые помогали в тушении пожаров кадровым частям пожарных сил. Собственно, учения совместные с МЧС и с Минобороны. Такие учения действительно проводятся. Многие, наверное, знают такое подразделение, как Юнармия. Юнармия участвует в учениях совместно с Минобороны. Не во всех, конечно, но все-таки. Также в задачи наши будет входить проведение занятий по специальной военной подготовке, то есть по НВП и РВП, по расширенной и начальной военной подготовке.
раньше в Советском Союзе был такой предмет, как начальная военная подготовка. Сейчас его нет ни в школах, ни в вузах. Ну, за исключением, конечно же, военной кафедры, но там это дается не на должном уровне. Вопрос, как мы будем делать это все. Мы будем вызывать людей, то есть просить их приходить, читать лекции по начальной военной подготовке. Есть люди, которые готовы просто на чистом энтузиазме приходить и читать лекции. Ветераны боевых действий Афганистан, Чечня, те же самые ветераны Великой Отечественной войны, те, которые еще остались немногочисленные, многие офицеры запаса и так далее. Собственно, задачей также будет привлечение в наши ряды новых сотрудников специального отряда военных операций, военной подготовки и, собственно, пожарной организации. Спасибо. Добрый день. И я хочу рассказать про начальную базу, то есть с чего мы будем начинать. Первое, это нам нужно будет выделить аудиторию для проведения лекций и занятий. Также мы начнем с того, что мы привлечем вооруженные силы Российской Федерации, которые будут готовы проводить эти лекции, рассказывать о тех или иных ситуациях, ну или просто общаться с студентами. Также нам нужны будут договоренности с военными частями, которые будут для проведения выездов, военно-полевых выездов. Также нам нужны будут заинтересованные личности, готовые вступить, которые в эту организацию, не боящиеся и которые будут ответственно относиться к этому делу. И еще нам нужно взаимодействие с МЧС и поисковыми организациями. Это то, к чему мы будем стремиться и то, с чего мы начнем. Все, спасибо. Что же касается финансирования нашего проекта, на данном этапе развития проекта нам финансирование не нужно. Оно будет нам необходимо впоследствии, когда мы будем разрабатывать форму именно нашей организации. Всем добрый день. Я хотел бы сказать немножко побольше на тему пожарной безопасности, потому что она тут была немного задвинута. Создание УДБК, учебной пожарно-добровольной команды, позволит нам производить мониторинг внутри вуза пожарной безопасности, будут выявляться добровольцы в поисково-спасательной организации. Тут многое не договорили. Вот. Ладно, перейду к итогам деятельности. Получение первоначальной военного образования, привлечение абитуриентов, поступление в университет, создание учебной пожарно-добровольной команды, получение удостоверения добровольного пожарного, также будут добровольцы в поисково-спасательной организации. Ну, все у меня. Все? В принципе, это у нас все. Хорошо. Если у вас будут какие-то вопросы, то хорошо. Итак, да, по сложившейся традиции мы к вам подойдем. Пожалуйста, ваш вопрос. Я боюсь, что меня потом будет бить. Давай дальше, давай, мы тебя защитим. Спасибо. А с чего вы взяли, что студенты вообще пойдут к вам? И как вы вообще, вот почему именно пожарная? Можно было бы же на пожарника просто учиться пойти. Нет. Зачем вы на пожарного? Пожарники — это жуки такие. Пожарного. Ну, смысл вопроса остается прежним. Зачем, если я могу пойти учиться на пожарного? По сути, наш проект на самом деле делится на две части. Это было связано с тем, что у нас было два проекта, которые мы решили объединить в один. Я отвечу по поводу военки. У нас есть УВЦ, у нас есть ВК, военная кафедра. Не на военную кафедру, Даша, ты слышишь? Не на военную кафедру, не в УВЦ, военмехи девушек не берут. Да. Точно так же некоторые студенты не готовы уделять все свое время обучения УВЦ. Некоторых студентов просто не берут на военную кафедру по определенным причинам. Это сделано, собственно, для того, чтобы дать им такую возможность. И нужно понимать, что наш проект, он
будет давать намного больше требований студентам, которые все-таки там будут состоять. И что касаемо пожарного вот образования, ты говоришь, что можно поступить куда-то и учиться. Этот проект создан для тех людей, которые по каким-то причинам не смогли поступить в учебное заведение МЧС, и они которые заинтересованы в привитии себе пожарной подготовки. Также у нас будут рады девушкам, потому что по законодательству РФ пожарные приравнивают, ну, пожарные не могут девушки быть. Вот, я уже знаю не одну особу, которая хотела бы, как бы связать с этим у нас деятельность. Еще просто дело в том, что мы не собираемся становиться профессиональными пожарными. Мы берем, да, мы, собственно, планируем по окончанию вот этого пожарного обучения, мы планируем просто подавать корочки добровольного пожарного. Если мы сгоримся, нас потушат, наверное, все-таки. Кто-нибудь потушит. Все. Так, хорошо, давайте так. Спасибо, давайте продолжим немножко вопрос, потом я подведу итог этого всего. Проекта я услышала, что вы хотите привлечь туда школьников, то есть будущих абитуриентов, да? Я правильно понимаю? Смотрите, почти в каждой школе есть подобного рода проекты. И... Ну, это, конечно же, неправда. Просто дело в том, что если бы такие проекты были в каждой школе, то мы бы не делали всего. Во многих школах они существуют, и, скорее всего, если человек туда захочет пойти, он будет искать среди школ. Так вот, даже если и нет, да, допустим, я из другого региона, у нас есть почти в каждой. И как школьники о вас узнают, как вы их привлечете именно в наш вуз, как это будет происходить с агитацией? Спасибо. Как мы привлечем их, собственно, в наши ряды? Ну, это сделать довольно-таки несложно. Если вспомнить, опять же, как в свое время развивалась юнармия, а мы хотим сделать, собственно, что-то наподобие, но более серьезное, то... Просто представители юнармии ходили по школам, раздавалось очень много листовок. Опять же, сейчас у нас есть такая штучка, как интернет. Она довольно-таки веселая и очень быстро распространяет информацию. Поэтому мне кажется, что с распространением информации проблем как раз-таки не возникнет. Спасибо. А какую вы несете ответственность за тех, кого вы привлекли туда? Это все-таки рискованное дело? Хороший вопрос. Отвечу, опять же, по военке. Мы не будем являться профессиональными военными, поэтому ответственность у нас будет, ну, чисто номинальная. На каких-либо учениях, полевых выездах и так далее за нас будет нести ответственность та воинская часть, которая все это будет организовывать. Спасибо. По поводу пожарки. Сейчас, мы не доответили до конца. По поводу пожарки. Что касаемо пожарных, у нас это все будет УПДК оформляться на официальном уровне, то есть это будет юридическая организация, все официально, все будет в содружестве с МЧС, официальное дополнительное образование, и мы будем даже льготы получать, то есть все официально, за ваше здоровье будет государство нести ответственность. Нет. По поводу военного билета, в случае официальной организации, это надо будет уточнить. Еще вопрос можно, да? В общем, вы сказали, вы будете выдавать корочки. Как будут проходить вот именно защита на эти корочки и сертификация, как будет проходить? Хороший вопрос. Как я уже сказал раньше, мы будем тесно сотрудничать с МЧС. То есть я уже нашел людей заинтересованных, начальников, которые занимаются в Питере этими вопросами. На базе университетов, либо каких-то других заведений системы МЧС мы будем проходить высококвалифицированную подготовку кадровыми офицерами МЧС. То есть это все будет официально, это не бумажка будет, а отпечатанная на принтере. Да, мы будем юридически оформлены как добровольная пожарная команда, то есть все официально. Просто не имеет смысла, наверное, сейчас раскрывать суть не нашего проекта. Можешь набрать в интернете, посмотреть добровольные пожарные организации. Там выдаются определенные свидетельства, процесс их получения тесно связан, собственно, с тем, что мы говорим.
Хорошо, спасибо большое. Давайте я подведу итог этому проекту. Поскольку к этому проекту, наверное, я по долгу службы имею самое прямое отношение, поскольку я все-таки официально работаю в системе МЧС. Возглавляю целый центр противопожарной безопасности, спецуправление по пожаротушению, обеспечению противопожарной безопасности на объектах номер один и первых лиц. Так получилось по жизни. Все, что вы говорите, нужно понять на 50%. Потому что, первое, давайте начнем с того, что сегодня по законодательству Российской Федерации оказание первой медицинской помощи запрещено. Не специалистами. То есть, если случилось некое какое-то происшествие, нужно оказать первую медицинскую помощь, все, что вы можете сделать, это только вызвать профессионалов. Да? Без подготовки, не дай бог, вы навредите человеку, вас еще за это и посадят. Ну, закон есть закон. Здесь мы ничего не сделаем. Я бы послушал на месте тех, кто сейчас сдувает комаров с ладошки. Потому что это вопрос очень серьезный, уже такие прецеденты были у нас, даже в нашем городе. Вопрос номер два. Я не знаю, с кем вы говорили из сотрудников МЧС, и насколько им это все нужно. С точки зрения... Да, инспектору, который находится на территории, инспектирует военмех, ему для галочки, для погон нужна еще одна добровольная дружина. Нужна. Соглашусь. Здесь полностью да. И, наверное, местный отряд, это у нас получается же военмех Адмиралтейский район, да? Да, наверное, в Адмиралтейском районе нужна еще одна такая команда, если она еще в военмехе нет, они вам помогут создаться. Здесь я не спорю. Все. Вот, и даже проведут некие курсы. Но удостоверение юного пожарного, да, или добровольной пожарной охраны вам может выдать только одна организация городская, официальная, да, это добровольная пожарная охрана непосредственно. Могу с вас с ней свести. Здесь может быть. Что касается проведения учений и тушения пожаров, здесь вы можете сразу отойти на километр. Максимум, к чему вас могут привлечь, это к тушению или к оказанию помощи оградить, ну, лесные пожары. Потому что, ну, честно, никто на себя не возьмет ответственность, чтобы добровольцев выпустить туда. Что вы можете сделать с точки зрения учения? На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о том, что никто даже из здесь присутствующих практически не знает, как работает огнетушитель. То есть мы все знаем, что нужно взять, подойти, что-то надо. Но силу отдачи никто не знает. И больше я даже скажу, что никто не знает, что оказывается самый большой огнетушитель, который может поднять человек, он всего лишь работает 8 секунд. Да, в нем углекислоты или порошка на 8, максимум 9 секунд. За 8-9 секунд нужно успеть потушить очаг. Почему все говорят, что сначала вызовите пожарных, эвакуируйте народ, а потом приступайте к тушению пожара? Потому что огнетушители, которые уже не подъемные, да, там они минуты, более минуты могут работать. Но тот, который перенесет мужчину, вот на 8 секунд я не подниму огнетушитель. Он просто тяжелый очень. Да, максимум, ну вот 9 килограмм я могу поднять. А это, извините меня, всего лишь на 4 секунды работает огнетушитель. Да, то есть очень быстро выходит все это дело. Поэтому здесь очень много таких профессиональных вопросов. Что касается юнармии, сразу развею ваш мир, она создавалась все очень просто. Министерство обороны к Министерству образования, по Министерству образования была дана команда в школы, в определенных, где уже были некие какие-то отряды, на базе этих отрядов создать юнармию. По системе Минобороны во все военные училища были даны указания и распоряжение приказы из числа курсантов 4-5 курсов выделить на школы для их поддержания. И таким образом была создана юнармия. Это был чисто приказной вариант. Сегодня он, ну, имеет некую 5-10% добровольческую основу. Можно не соглашаться, можно спорить, но я бы ваш проект поддержал. Я бы вам дал ряд телефонов, имена и адреса, куда вам нужно идти. И работать с этим. Все? Да. Разрешите, как бы, вот вы вопросы, да, задали, а коротко буквально. Нет, я не задал вопрос, я просто обосновал как-то. Да. Ну, коротко расскажите, если что. Все. Все? Мы с вами потом поговорим. Я уже боюсь. Спасибо. Но если вы...